Полицейские Новочебоксарска задержали подозреваемого в уличном ограблении. 36-летняя местная жительница опознала в нем мужчину, который на улице Молодежной силой пытался отобрать у нее сумку, но не смог. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к другим преступлениям. Если вы располагаете информацией о его противоправных действиях или пострадали от них, позвоните по телефону 02.